Всем привет, ребят. Ну что у нас сегодня трешачок? Опять будем качать нового героя. Так, что у нас тут по плюшечкам? Ну такие вот плюшки. Самое основное не это, самое основное шоппинг спри. И сейчас я вам покажу, какие есть изменения в скинах зданий. Какой скилл у меня уже прокачан. Так, давайте начнем со скина Космо. Так, 35, 40, 45. И надо мне еще немножко, еще надо один осколок. И все, у меня опять все скины, 50 точнее осколков, и опять будет все прокачано. Так, в общем, вот так вот. Открывался там четвертый уровень. Вот у меня уже пятый уровень. 35, уменьшение скорости атаки и 45 скорости передвижения в зоне действия. Вот так вот. Дальше будет следующий левел. Видите, у меня сейчас 95, следующий 110. Показано вот так вот. Так, плюс 350 на максималке уже. Так, мне еще алтарь остался прокачать. Алтарь. Так, магия. Окей, и таблетки остались. Вот так вот. То есть максималку, что я сделаю, это соточка. Видите, значит, в следующем обновлении опять будет. Ну, скорее всего, ведут на золото, на ману, там и на остальные здания, которые остались, чтобы их доделать. Возможно, еще две обновы будет, кто его знает. Плюс 272, вот так вот. Тут 476. Давайте рольным за 1500 на удачу. Гарпия и паладин. Окей, поехали по акциям, посмотрим, что там у нас сегодня интересного. Сприн. Тут за двадцатку камни. Они мне не нужны уже. К счастью или к сожалению. Самое интересное, вот у меня силушка растет. Сейчас у меня получается, в перелимит ушли уже камни. Вот зеленые. Камни зеленого смотрителя. Ну, в общем, все смотрители уже ушли в перелимит. Потому что надо увеличивать. Так, окей. Давайте откроем сумочки сразу же. А вдруг нам 50? Нет, 50 нам, к сожалению, не упало. Ну-ка посмотрим, может там хватило, надо качать. Глянем. Наверное, вряд ли. А нет, хватило. Еще плюс 300. Ой-ой-ой. Еще чуть-чуть, и у нас будет хорошее число. Так, 9-10. Значит, 150 сюда. Ну и там таблетки, в принципе. Все шестерки остались. Так, хорошо, забираем плюшечки. Что тут у нас за плюшки? Так, отлично. Забрали, забрали, забрали. Сундучков нам дают. О, 300 книг, это хорошо. Книги, это хорошо. Нереально, ребят, книг уходит. Скажу, это просто жесть. С книгами реально печалька. Так, шоппинг спри я показывал утром. Нереально крутой шиппинг спри. Ну, отсюда я буду только тащить. У меня там 15 попыток. Если, может, больше будет, буду пробовать камни эти забирать. Ну, их разгребают сразу же. Это нормально явление. Смотрите, огника даже так не гребут. Нафиг здесь никому не нужен уже. Так, это гифты. Pointer Cut. Давайте, кстати, поиграем в эту темку. В общем, у нас прокачивается и аккаунт за десятку топовый становится, и этот аккаунт уже опять же достигнул пика. Ну, тридцатки качать, я скажу, я вот качнул сейчас
Космо на 30-й. Нереально книг надо просто, ну, бешеное количество. Оно того, ну, вроде и стоит, вроде и нет. Не знаю, открою вам обзор, покажу. Так, таланты, бинго, неинтересно. Алхимик, счастливое число. Давайте еще в счастливое число забежим, посмотрим, что тут интересного есть. Ладно, можно выходить. Так, этого нету, хорошо. Это забрать, забрали Гаргула еще. Отлично. Итак. Хочу себе еще одного Космо. Поехали сюда. Сам покажу. Так, Космо. Ну, следующим, я думаю, качать ворожея, так как он его сливает. Все равно мне очень хочется его прокачать. Можно было бы еще кого-то там, тыковку Анубиса, но мне больше всего интересует на сегодня это ворожей. Поэтому будем сейчас апать его. Можно, конечно, несколько героев сразу апнуть. Вот, посмотрите, сейчас увидите, сколько книг. Но это фигня. Там, где я докачивал, там, блин, по 130 книг желтых надо на один ап. Это уже ближе к 30-му. Да по 40 еще так, по-божески. Скажем так. Делаем топового ворожея. Вот посмотрите, сколько надо ресурсов, это просто жесть. Уже по 50 книг. В общем, загвоздка вся в желтых камнях в итоге и в книгах. Книг вообще нереально. Ну и красные камни тоже. Их столько надо, ну я не знаю. Придется все, что будет, забирать сразу, потому что там 90 тысяч, по-моему, красных надо будет дальше. В общем, Unreal какой-то. Так, окей. И слизни скоро, я смотрю, перейдут перелимит. Такс, со скинами мы разобрались. Надо еще. Тут 125, видите, не хватает. Причем нормально не хватает. Можно было бы добрать, но все равно я скилл следующий не открою. Так, я сюда полез, поехали посмотрим, что там у нас по плюшках творится. Сундучки открываем. Вот это единственное, что радует, что вот с пятых сундуков дофигища книг падает. Вот реально есть смысл скупать пятые сундуки. Очень выгодно с них книги получать. Остальные такое себе. Тут чисто ради коробок смены чар, вот эти можно брать. Но опять же, на английском сервере этого добровалом и так продают. Так, что у нас еще тут интересного? Инсигнии, лабиринт, обычные руны. Открывать эти мешки, которые уже завалялись. Неплохо так. На 240 лямов. 240 лямов, 340. Что у нас? Погилье. Вот, видите, уже люди нормально так вкачиваются. Можно вступить в какую-то гильдию и тупо подлить 300 лямов сверху. Но это все фигня. 97-е. Мы можем там... Что у нас получается? 36. 36. Ну, выйти на 6-е место можно свободно.
Так, хорошо, с этим разобрались, с прокачками разобрались, с подарками разобрались. В общем, не знаю, посмотрим, что будет дальше. Силушка по чуть-чуть растет, но судя по тому, как я вижу, как ее качать, ну, 30-е прорывы, к концу года это... Если я буду еще к концу года играть в эту игру, как и вы, может, докачаем, потому что, ну, смысла особо в них. Конечно, герой, блин, обалденно смотрится, когда у героя вот такие вот статы, сейчас я вам просто покажу. Там Анубис, да, там 500, 500, 500, 500, 500, и тут хопа и миллион. Вот это да. Плюс 38 тысяч, ребята, так и нормально тогда. Считайте, двадцатку накидывает. Это, конечно, нереальная статы. Но оно того стоит, конечно, в некоторых случаях. Но против смотрителя это все равно не спасает. Такс. В общем, вот так вот. Такой вам видосик записал. Буду дальше сейчас ловить камни, чтобы прокачать своего ворожея подальше. Пока у нас какой там 23-й. Опять же, посмотрите, какие у него уже статы. Просто жесть. Плюс 25 тысяч атаки. А еще ведут 9-й талантики. Это реально будет жестко. Все. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.